Сдача ЖК «Горизонт» и других объектов с нетерпением ожидают дольщики. Задачи в сфере строительства обсудили в администрации Щелковского района. Три многоквартирных дома по 9 этажей каждый входят в состав жилого комплекса «Горизонт». Их строительство началось порядка 3 лет назад. Скорость работ замедлилась из-за финансовых проблем застройщика и отнюдь не радует собственников будущих квартир. Проблему держат на контроле в администрации Щелковского района. В рамках совещания инвестор проекта заверил, подвижки есть, закуплены материалы и в ближайшее время продолжится отделка корпусов. То есть у вас как бы уверенность в том, чтобы инвестировать в строительство и закончить его есть? Есть, большая. По бизнес-ленду у нас теперь понимание есть. Мы увидели инвестора, который готов инвестировать эту стройку, достройку этого объекта, этого комплекса, и, соответственно, обещает до конца июля сдать в эксплуатацию. Большой объем старого жилфонда в микрорайоне Дальний Воронок должна расселить строительная компания «Юнитекс». Однако до сих пор организация не оформила документацию, необходимую для старта работ. Сейчас перед застройщиком стоит задача подготовить схему транспортного моделирования в микрорайоне. Сейчас уже будем разрабатывать полный, скажем так, проект со всеми, чтобы он соответствовал всем требованиям. Снести нам много надо непригодного для проживания аварийного жилья, и, соответственно, инвестор считает каждую копейку, чтобы тоже не сделать здесь долгострой. Мы это, с одной стороны, понимаем, а с другой стороны, не поддерживаем, конечно, и тоже подталкиваем, чтобы они быстрее сделали проект планировки территории, соответственно, быстрее рассчитали транспортную логистику, то, что положено транспортное моделирование строительной площадки, они должны были исполнить, и, соответственно, выходить уже на получение разрешения на строительство. Также на совещании обсудили вопрос сдачи в эксплуатацию дома номер 14 в Литвиново. Фактически все необходимые работы завершены, сейчас формируется технический паспорт на здание. По 14-му дому то вот-вот ждем как бы решение на вот эксплуатацию для того, чтобы закрыть эту проблему окончательно. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».